выходные не повод сидеть дома. Куда пойти, чтобы не пропустить все самое важное и интересное, расскажем прямо сейчас. Парк культуры и отдыха имени Зернова приглашает горожан отлично провести время. Работают все аттракционы и павильоны. Отдохнуть всей семьей на лавочке в Тихом сквере или с шумной компанией, катаясь на любимых каруселях, можно в субботу и воскресенье с 11 утра до 8 вечера. Приятно провести время можно и в кино. В кинотеатре «Россия» в прокате военная драма «Коридор бессмертия». Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Та героиня попадает в паровозную колонну особого резерва, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения. Фильм рекомендован для лиц старше 12 лет. На экранах кинотеатра России мелодрамы в метре друг от друга. Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие. Влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга. Им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ. И чем сильнее чувство, тем больше соблазн нарушить правила. Фильм рекомендован для лиц старше 16 лет. В кинотеатре «Люмен» с 10 мая в прокате российский фильм «Братство». 1988 год. Канун вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольной группировке маджахедов инженера Хашема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами. Но дело осложняется тем, что в плен к Хашему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей. Штабистов, исламистов, спецназа, разведки. Чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило не бросать своих. Фильм рекомендован для лиц старше 16 лет. Также на экранах кинотеатра комедия «Отпетые мошенницы». Как стать успешной мошенницей? Всегда будь во всеоружии. Высокие каблуки, яркая помада и, главное, утягивающее белье. Будь готов расплакаться в любой момент. Ни один мужчина не устоит перед женскими слезами. Бери все, что плохо лежит и хорошо блестит. За каждым миллионом может скрываться миллиард. Не откажи себе в удовольствии проверить. Фильм рекомендован для лиц старше 16 лет. Хотите просто приятно провести время, пообедать или поужинать с друзьями и родными, поиграть в боулинг или бильярд, вас ждут в ресторане «Прайм». Изысканная кухня, уютная атмосфера и все грани отдыха в одном месте. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.